Так, друзья, всем привет. Хочу вам показать завтрачек у нас тут. Это мой сегодняшний завтрак. Наступило очередное утро. Слава богу, все живы-здоровы. Подписчики мои, я надеюсь, тоже все живы-здоровы и пребывают в хорошем настроении. Значит, вот такой вот салат. Как он здесь называется, оказывается. Деревенский салат называется. Хотя нет, здесь нету капусты. В общем, обычный салат. Помидоры, огурцы, лучок и здесь, я так понимаю, масло. Масло так неплохо добавлено. И вот такой вот хлебушек. Очень вкусный, кстати, хлеб. Лаваш. Смотрите, он какой, видите? Этот лаваш, он называется у них тут пафосский. Сейчас я вам его покажу. Вот он. Вот, то есть он, видите, лаваш. Так, точнее, он даже тут такой у нас нарисован джигит в этой черкеске. А делается сам хлеб в Пафосе. Мы сейчас находимся в городе Лиссабон. Как я уже только этот город не называл. Мы сейчас Лимассол находится в городе. Вот такой лаваш. Стоит 1,5 евро. Очень-очень вкусный. И такой еще есть такие узбекские, знаете, лаваши. Тоже они такие вкусные бывают. Вот типа такого. Если запах брать, то он типа такого. Ну, так как вы живете в России, кстати, вот насчет интернета. Смотрите, друзья, какой интернет. Видите, ужасный. Ужасный, просто ужасный. Это грузится всю ночь. Вот вчера всю ночь стояло здесь. Типа интернет есть, но это всю ночь грузится. Вот такая вот здесь обстановка. Поэтому интернет плохой, и, к сожалению, выкладывать так нормально, как хотелось бы, возможности нету, но жизнь вот такая протекает. Несмотря на это, я вас поздравляю с новым днем, с новым утром. Надеюсь, в какой бы день вы это видео не посмотрели, надеюсь, этот день у вас будет хорошим, и чтобы в хорошем, красочном состоянии пребывали. Продолжали жить. Пока все. Смотрите Анзор ТВ. Двигаемся в Голливуд. Солнечный.